нахуй. Ух ты, ютивская мать. Поиск вверх ногами. Всем привет, дорогие друзья, любимые подписчики, с вами снова Кидван, мы продолжаем проходить жестокий Devil May Cry, на этот раз у нас на очереди восьмая миссия, называется Без глаз, Without Eyes. Начнем. В последней миссии мы встретили старика, который вроде и с глазом, но слепой. Those flying bastards stole my eye. They torment me incessantly. I can't leave here without it. I'm trapped for eternity. Get me back my eye, and I'll take you to the tower. Ничего не понятно, вроде глаз у него есть, но и полбашки нету. Что-то странное. Ну а что мы хотим? Это же Лимба. Over here, flying bastards! Come! Кто же это? Неужели все те же гарпии голимые? Но они нам не страшные. Да, это все те же голимые гарпии. Следуй за ними. Найди их гнездо. Ну, окей, видимо, мне нужно на ту сторону сейчас. А, перелететь. Найти гнездо? Это как нечего делать. Ну идите сюда, маленькие грязные птички. Я до вас доберусь. Да, покажите мне дорогу. Эй! Ах вы маленький зараза. Иди ближе, надпись. Идти ближе? Как скажете. Иду ближе. Так, а здесь у нас что? О, звезда жизни. И немножечко личинок. Маленькая звезда вроде жизни. Да, маленькая. Или большая. Хорошо бы, конечно, была большая. Опа. Че, сейчас полетим? Оу, ес. Ух ты, ютивская мать. Поиск вверх ногами. Нифига себе, тут поезда бегают, прыгают. Иди ближе. Иди ближе, ну ладно. Кажется, кажется, я начал догадываться. Эти огоньки. О боже мой, где он? С какой стороны? С правой. Еще по сторонам, оказывается, есть. Огоньки обозначают, когда поезд приближается. Так, ну, наверное, да. Теперь с другой стороны. Я иду к вам, уродливые твари. О, кажется, у нас тут гости незваные. Мы вас сейчас всех выгоним из моего дома. Уроды, как же вы меня достали. И полетел наверх. Да. А теперь сменим оружие и начнем уже рубить по-настоящему. Иди сюда. Ха-ха, да. И полетел, 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 полетел. А теперь обычный мечик. Да-д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 а. Вот это я обожаю. Иди сюда. А где моя новая комбо? Да, это моя новая комбо. Давай, давай, руби его, руби. Где следующий? И немножечко кулачка. Да, кулачок всегда в моде. Давай, руби, руби, руби. И немножечко подкинем, бах. Я теперь мечиком. Вперед. И немножечко. Ах ты, сволочь. Ну, весь мой чудесный комбаревский комбаревич зарубил мне. Мразь такая. Ну, ничего, сейчас мы тебя вместе со своими, сволочами зарубим. Эй! Ой, оказывается, когда цепляешься, не так уж он и рубит. Бах, полетел. Почти набил СС ранг комбо. Уж даже не знаю, что там нужно было задействовать для того, чтобы ССС набить ранг. Но, о, подлечимся, отлично. Куда нам, туда идти? Ключ, смотрите-ка, там ключ. Наверное, как-то надо до него через вот это место добраться. Но коньки горят красным, что весьма опасно для нас. Но мы-то опасности не боимся, да? Как это? Какое-то видео там, где чувак на мопеде. Я еду с опасного склона, но я несу
Давай, разрубай уже. О, все, нормально. Идем собирать наши красненькие души. Красненькие души наши. Прямо к ключику. К нашему чудесному. Который откроет нам чудесную дверцу в чудесное испытание. Которое, в общем-то, я пока сложное не встречал. Все испытания довольно легкие. Та-дам! Серебряный ключ позволяет Данте открыть серебряную дверь. Так, я смогу отсюда уйти? А что не сделали быстрый уход отсюда? Давай, полетел. Нет, ну, все время хочу лететь, а он не летит. Так, а что если туда пройти? А, ну, понятно, в общем, ничего тут не будет. Так, прыгаем. Ву! И летим. Ву! И летим дальше. Эй! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ой, лучше было просто уйти, на самом деле, честно. О, закрыли. А, то есть не особо-то ты уйдешь, здесь дверь закрылась. Скорее, 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 скорее. Ух, взорвали. Да, нужно быстро реагировать на эти илы. И как это вообще называется? Чтобы они нас не поранили. Ух, ё-моё, куда я свалился-то? О, здесь немножечко личиночек. Личиночек. Так, погнали. Такс, посмотрим, что у нас здесь. Три очка. Три очка улучшений. И что мы сможем улучшить? Мятежник, мятежник. Да, жало улучшить, жало. Конечно же, жало. Жало, оно круче всего. Так, драйв. Драйв у нас... Удерживайте, затем отпустите, и все. А как овердрайв сделать? После использования драйва нажмите... А, добавляет два дополнительных удара. Ну, конечно, мы драйв увеличим. Рулетка. Два раза ударить в воздухе, потом пауза и смертоносный удар. Так, посмотрим. Я хочу что-нибудь другое взять. Может быть, Эрикс как-то улучшить. Слэм. Ну, слэм с паузой делается. Мне не очень нравится. Зато вот... Апперкот, в принципе, неплохой, я его улучшу, конечно. Вскрытие. А, ну вскрытие это в воздухе нужно ударить. F. В воздухе F это, конечно, блин, не знаю, гемор какой-то для меня жуткий. Жуткий-жуткий. Кстати, да, следующая золотая сфера у нас уже 900 будет стоить. Это нереальные какие-то цены. Но у нас достаточно хелок, поэтому я ничего покупать не буду. Может, нам удастся накопить на второй золотой крест. О, еще душа. А вы что думали, я не замечу, что ли, этот проход? Ну, вообще, да, я мог не заметить. Я вообще часто не замечаю. Частенько. Так, здесь у нас вроде эта дверь для топора. О, и это серебряная дверь? Да, это серебряная дверь. И мы используем наш серебряный ключ. Погнали. Какое у нас ждет испытание на этот раз? Серебро прохождения средней сложности. Достигните цели за отведенное время. Ну, видимо, да, придется нам опять скакать, прыгать и скакать, прыгать и скакать, прыгать и скакать. Воу, и музон-то пошел у нас какой. Музон-то у нас какой пошел. А в воздухе я, наверное, не смог бы зацепиться за эту фигню. Давай, у нас уже время. Нет, нет. Я не то использую. Ой, я молодец. Просто гений. Просто гений. Просто гений. Да давай же. Ух. Хух. Блин, путаю кнопки. Вот я молодец вообще. Ух. Эх, не успел долететь. Блин, ну сложно на самом деле. А почему у меня ХП отнимается? Да что ж такое-то, я не понимаю. Вроде я лечу нормально. Все в порядке. Цепляйся, цепляйся. Ой. Ну нафиг это испытание. Оно у меня еще ХП отнимает. Давай, лети. Да что же это, что за гадство-то, а? Просто не долетает, понимаете? Ну, ладно, придется время дождаться, пусть закончится. Как мне заново-то начать его? Даже не знаю, перезапустить секретную миссию, вот так вот. Ладно. Давайте еще разочек попробуем. Еще разочек. Еще разочек.
Еще разочек. Ну, единственное, что меня, конечно, выбешивает, это то, что почему в нашей долбанной секретной миссии у нас отнимаются ХП. Мне это вообще не нравится. Цепляй! Ух ты, ты не хочешь ничего цеплять. Просто кошмар какой-то. Наконец-то зацепился. А вот тут я просто не знаю, как мне. Потому что он то цепляет, то не цепляет, то не долетает. Ну, наконец-то. Фу! Долетел, наконец-то. Давай. Давай, ну давай! Ох, ё! Ну, жесть! Давай! Ох, ё-моё, ну это просто кошмар, вы это видите. Просто какой-то кошмар. Ну он не цепляется, видите, вот чё сделаешь? Не хочет ты цепляться, парень? Не хочешь ты цепляться? Сейчас я все хп просто потрачу и все, в общем. Так, на этом и закончится мое прохождение секретных миссий. Ладно, еще разочек, пробуем. Давай. Давай уже, давай, Данте, давай. Как ты меня достал-то? Любишь тратить свое ХП попусту. Давай, лети. Цепляйся. Наконец-то. Вот то цепляется, то не цепляется. Я еще помню, был обзор по Данте. Конечно, не по Данте, а по этой игре чудесной, где Данте просто не хочет цепляться, когда ему просят его это делать. О, глядите-ка, и опять не долетел. Вот прекрасно. Да, это просто отличная миссия. О, вот теперь он долетел. Я просто балдею. Кошмар какой-то. Давай уже, Данте. Давай. Долети. Да, наконец-то. Наконец-то мы это прошли. Это какой-то кошмар просто. Мы все ХП потратили, но прошли эту гадость. Фу, ну, тут не хочет он зацепляться с первого раза. Ему надо чуть-чуть сначала упасть в бездну. Потом вот он уже это нормально зацепляется. Если я сразу нажимаю, не всегда цепляется. Очень сильно раздражает. Фу, мы вернулись, и у нас... Нам вернули ХП. Прекрасно. Ну ладно, тогда не будем злиться на Данте. Прости нас, Данте. Мы не хотели. Мы все лишь хотели пройти секретную миссию с этой фигней. О боже мой, какая гадость. Какая гадость. Фу. Так, вроде... Fuck you, Данте. Больше нас никто не хочет пока убить, но... Сейчас я чувствую, мы долетим до нужной кондиции, как говорится. Чего вот они нас ждут? Слушайте, они нас заманивают. По-любому они нас заманивают. Это должно быть оно. Воу! Воу-воу-воу. Вот это вот... Куда-то мы сейчас упадем. Иди, Данте! Фу, добежал. Why am I doing this for a crusty old demon? Да, уж точно. Oh, yeah. That's why. А, вот почему. Так, ну... Мы можем, кстати, свалить. Вы в курсе? Но, видимо, не все так просто. You must be the eye. А, фига себе, электронный. Воу. Слушайте, он смотрит. Может, он нас видит даже оттуда? Убить! В ловушке! Умри. Ну, и я понимаю, мне, в общем-то... Иди сюда. Они не хотят, да, цепляться? Они не зацепляются, они не притягиваются. А, нет, притягиваются.
Сейчас я вас буду кидать, вас попарать. Или буду убивать вас этой фигней. А, вот вы. Нет, вы не хотите подлетать. Слушайте, больно. Мрази, они меня выбешивают. Воу! Как же мне вас убивать-то, сволочи? В ловушке я. Вот тебе. Воу, только не упасть. Только не упасть. Слушайте, у нас эти демонюги появились. Демонюги мне не нравятся. Хорошо, что они от топора умирают. Ой, мина. Ребята, все время успевают отлететь. Иди сюда. На тебя. Иди сюда, сволочь. Толстозадая. Гадство, они меня сбили. Пробило меня, мразь. Ух. Вниз тебя. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, потрескается эта вся штуковина. Все, они все летают над той, над той частью, где у нас именно вот... Блин, сбило нас. Что ж такое-то? Уходим отсюда нафиг поскорее. Хотя здесь, по-моему, я вам скажу... Ой, нет, все-таки сейчас все это сломается, нафиг. Промазано. Дэдж. Давай, давай, давай. Есть, немножко хп нам даже дали от нее. Ну, все, сволочь. Ой, проткнула нас. Ну, сдохни ты уже. Да, наконец-то. Фу, надо сваливать отсюда. Надпись. Выход. Платформа 1. Выход. Платформа 2. А что если мы на платформу 1, то есть на платформу 2 залетим? Что у нас здесь есть? Ой-ой-ой-ой-ой! Промазала. Но мы ее не убили, так что нам, конечно, за это ничего не дали. Зато здесь небольшой такой секретик был. Надо было, конечно, убить эту фигню летающую. Ну, ладно. Че с ней? Че с нее возьмешь-то? Ну-ка на платформу 1 залетим. Или мы там уже... А, нет, стоп. Здесь тоже что-то есть. И взорвать, 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 взорвать. Взорвали. Хорошо, хорошо. И еще одна душа у нас есть. Так что не зря мы тут прогулялись. О, и хп даже здесь есть. Прекрасно. И еще немножечко этой фигни. И немножечко еще этой фигни. И, в общем-то, неплохо прогулялись. Все, надо сваливать отсюда, как я понял. Наш выход здесь, прямо здесь. Так, секретика вроде больше нету. Сейчас я чувствую, опять эти фигни появятся, крутящиеся. По-любому, они вообще постоянно появляются. Ну, давай, давай. Не может быть просто концовочки. А, здесь мы были, мы же... А, мы отсюда пришли. Ну, просто идем назад. Так, у нас 1000... Да, мы ничего не купим. Крестик новый не купим, ничего не купим. Опять эта фигня, опять эта фигня. Фу. Убили. Все время пугают нас этой ерундовиной. Крутящейся. Хотя... Взрывается она довольно быстро, я вам скажу. Ну что, опять сейчас замес будет? Ух ты! Вот это уже, я вам скажу, не шутки. Это уже долбанные звери. Ух ты, долбанные дикобразы, как вы меня достали. Давай, вруби дикобраза этого мерзотного. На 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 на
На тебе, мразина. И тебе тоже мы сейчас. Блин, вот все время так в спину меня бьют. Все время меня в спину бьют. Тебя тоже сейчас. Долго еще будешь бегать? Долго ты меня будешь еще злить? Зараза. Достала меня. Так, куда нам идти? А, все, у нас здесь вот появилась эта штука. И значит нам надо... Или... Нет, стоп. Да, все вроде правильно. Там ничего у нас не появилось? Ну да, нам, походу, надо просто назад вернуться. Что, в общем-то, странно. Потому что... Хотя... Вот так вот тебе. И еще один ударчик. Мяу! Классная штука, мне нравится. Фу, только бы не свалиться еще. Ну, долго еще мне ждать? О, да, 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 да. Надо было уклоняться. Залажал, 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 залажал. Надо было просто уклониться и не париться. Что-то больше поездов нету. Почему? Так странно, так скучно. Поездов нету. Ладно. Нет, так нет. Оу. Все, все встало на свои места, что ли? Или просто сейчас новый злодей вылезет? Ой, опять толстяк. И не только он, еще и эти рыцари долбанные. Да. Да. Блин. Сволочи, как же вы мне надоели, а? Ну чё, беги, урод, сшибай их. Вот дурак. Давай, давай, давай. Нет, я все-таки, конечно... Хотя, ладно. Не, убьет он меня сейчас. Использую-ка я предметы, малую звезду жизни. Вот так вот. А мы его порубим немножко в задницу. Сволочь, как же ты меня достал, а? Промазал. Сволочь. Опять промазал. Блин, а вот ты попал. Ты мерзостная гадина. Попал. Сволочь. Блин, да сколько вас здесь? Нет, вы все еще... Все еще столько. Давай, беги на него. Блин! Опять я в рожу получил. Ты сволочь толстая. Как ты меня достал. Блин! Еще и ударил меня. Вот гад, как... Как меня это раздражает, сволочь. Ну чё, не хочу я заново начинать. Не хочу я сферу тратить на такой ерунде. Сфера у меня для боссов. А на этой ерунде мне придется. Да, зря только заюзал эту малую звезду. Чё, все тяжелее и тяжелее нам становится. Давай. Давайте, уроды, пока он опять на нас не побежал. И меня достали. Опять вы промазали. Вам же хуже. Мне хуже, мне всегда хуже. Потому что я думаю, что им хуже. Сволочь. Давай. Грубись уже. Сволочуга. Давай, сдохни. Фу ты, блин, опять нарубился на него. На тебе прямо в задницу. Промазал, свинья. Все отрикошечивает от него. Да елки-палки. Вот, нет, извините, я не доделал свой удар. Я Данте. Я не могу отпрыгнуть. Тогда, когда ему скажут.
Давай, гад. Делай свой удар, толстый, урод. Сволочь, сдохни. Никакого терпения уже на вас не хватает, уроды. Чё жирный, блин, кошмар вообще. Все, назад мы добираемся наконец-то. Наконец-то назад мы добираемся. Почему нельзя было быстрое какое-нибудь возвращение назад сделать? Куда мы вообще запрыгнули? Стоп. А, теперь я смогу добраться до этой комнатки. Теперь я смогу немножечко пообрубать эту штуку. Еще разочек. Что же в этой комнате находится? Наверное, что-то прямо... Что-то должно быть... Что-то должно быть интересное. Все, прошли. Открыли мы эту дверцу. Сейчас посмотрим, что там. Блин, просто душа и все? Нет, не верю. Должно быть что-то более интересное. Что-то более интересное. Просто дверь. И у нас недостаточно медных ключей. Нафиг, зря сюда лез. Ну что такое, а? Прям одно разочарование от вас, толстяков. И медных дверей с ключами, которых нет. Ну все, вернулись мы. Отдаем мы старикану ключ и посмотрим, куда он нас приведет. Забирай, столько он мне стоил. It is I. The eye. You have it? Have you? I can see. I can see. Dante. You know me? No. I knew your father, Sparta. I can see him in you. Sparta was a demon. I'm nothing like him. No, of course. You are Nephilim. I can see that too. What are you? Phineas. Scholar, inventor, prophet. Demon. And until you arrived, political prisoner of Mundus. I am grateful. It wasn't a favor. You said you'd take me to that tower. Of course, my friend. Of course. This way. Что, наконец-то мы узнали, кто это такой. Это Финиас. Какой-то демонюга политический заключенный, блин. Чем он насолил этому Мундусу? Непонятно. Очки стиля СС, время Б, долго мы шлялись. Завершение у нас 88%. Мы все души нашли. Используемые предметы 1, смерть 1, финальный счет S. Ну что, довольно неплохо, хотя под конец пришлось нам долго что-то поморочиться. Но в итоге все равно, думаю, надеюсь, вам понравилось. С вами был Гидеон, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте, советуйте друзьям. Всем спасибо и до следующей миссии.